а этот чумаш. А ведь Дед Мороз есть и вот каток вот. Ребятишки на коньках катаются. Там вот дворец культуры. Автобус туда-сюда гоняет. Поезд поехал. Тут моржи купаются в проруби. На лошадях катаются. Поехали, церквушечка. И автобус спускается. А тут вот как в КРК не такие дома на сваях. Чуть Нелли, привет. Северные. Вон на севере добывают нефть. Пылесос. А что пылесос куда поехал? Завод нефтедобывающий. Ну давай. Вот она заработала. Так происходит добыча нефти. Едет, едет поезд запоздалый. Сейчас дойдем до озера. Набирает ход. Здесь бомбардировщик стратегический. Ту-95. Тут на Дальнем Востоке находится авиабаза с вертолетами. А там что, летают на дельтапланах, что ли? Ой, Вантовый мост надо посмотреть обязательно, там вдалеке, да? Прикольно. Вертолеты, самолеты. Танюха, помаши рукой. Вот тут камера. Ресторан. Ага, тут вот и ресторан есть. Башня? Где? Точно. Опять расцветает башня Цесаревича. Здесь вот Дальний Восток. Военный полигон с танкистами. Ну, даже носики есть. Носики есть. Ты. Да, в гранд-макете что только не увидишь. Сейчас мы дойдем до киностудии. Да. А ребята испытывают вертолет, запускают его на площадке. Ты что, он еще вертится, думаешь? А
Тут вот самолетик на взлетной площадке. Папа, ну-ка не сдувай. Это дворец юных техников. Прям как в Красноярске 26. А тут вот кинотеатр. Правда, весь разрисованный, как у нас. Там вокзал. О, на вокзал пойдем. Там вокзал. Там вокзал. А, вон она дальше уехала. Здесь наши классические пятиэтажки, как в Ачинске, как в Красноярске. Ну, в Москве еще тоже немножко осталось. Но, я думаю, вот сейчас находимся в восточной части России, поэтому типичные такие здания и сооружения для Востока. Пойдем в телевизионную тарелку. Съемки! Солнечные батареи. Здесь вот Гоголевский чёрт, кладбище, чего тут только нету, господи. Здесь вот Зубровый питомник. Проходим. Пятиэтажки наши строят. Вон поехала поезд. КамАЗ с песком. Дворики такие веселенькие, автозапчасти. Не толкай меня. Метрополь, гостиница. Идите. Ой, тихонько. Это что тут за, наверное, ложка? Трюк, спецэффекты. Что, ты опять стрелять будешь, что ли? Больше нету. А, больше нету? Есть кнопки, но они почему-то. О, там вот динозавр какой-то. Круто, опять ночь наступает. Поезд поехал. В домиках огонечки горят. А это что такое? Где башня? А, вот сюда? Это сейчас мы снимем ее. Я что-то не вижу ее. А это что за дом такой тут? Это тропические какие-то тут. Киностудия прикольно, кстати. Много что происходит. Как люди умеют играть в пляжный волейбол. Это парк аттракционов. Что-то там мало. Или достаточно? Вот, вот здесь на платформе много людей стоишь. Не дергай. Домики найдешь дальше, в глубине.
миновали при Урале. Тракторы поехали теперь на восток. А мы сейчас находимся на западной части России. На мужчине делайте так, а мужчина будет среди пальцев. Понятно. А вот это что за баки с горючим? Я думала, тут подинамичнее как-то будет. Детский универмаг. Тут опять железнодорожные станции. Надюша, я тут. Даже они туда в город собираются. Уважаемые взрослые, пожалуйста, не разрешайте детям трогать макет руками. Спасибо. Коняги бегут по ипподрому. А вон там коняшки не заработали вдалеке? А, Танюш? Давай, двигай вперед. Там Спасскую башню мы еще не дошли. Здесь военная ракета. Атомная называется у вас. Опять олени? Да. Или косули? Косули, наверное, бегают. А вот мы к межам уже подходим. Вдалеке виднеется наша Останкинская башня, она, правда, спряталась за четвертым столбом. А еще дальше Москва-Сити. Проезжаем Кижи и двигаемся на запад. Ждем пожар. Вот, поехала стрела. Смотри, как горит Останкинская башня. Ага, красиво. Дома не вхожу, там толпали. Там затоптали, небось, на самом это. Возле Спасской башни все хотят побыть. Да, там тоже только по ногам не проехал. О, задымилось. Он загорается, да? Вот там вода. Кислород перекройте.
А машины что не подъезжают? Я думаю, ух ты, заработали. Вот еще едут. Едет. Вот она едет, едет, и едет, там. Едет. Не туда. Не туда поехала, что-то маршрут неправильно выстроили. Ух ты, ух ты, ух ты, набежали. О, подмога. Уже 15-й раз там. Уже горит во всю Ивановскую. Какой шестипалубный. Ой, а бассейн-то какой симпатичный. Crystal Serenity. Да. К нам эти до мороза приехала пижама вчера. Да ты что? Круто. Я бы сутки не отдал. И снова ночь. Ленинградской области все похоже как в Германии. Вон есть готический собор вдалеке. Красивый вокзал. Вон ветряные мельницы крутятся. Какие домики красивые. А вот и Карлсон сидит на крыше. Поехали. Ну, осталось только ночной клуб поснимать. И как бетономешалки крутят. Все, перестала крутить бетономешалка. Поехал, поехал цемент. О, машинку повезли. Это дискотека какая-то короткая. А вон метро питерское. Здесь с буквой М, не так, как в Москве. Это аэропорт. Ганза. Огромный самолет. Реклама на транспорте, пожалуйста. Аренда машин. Это одна из высоток Москвы. Одной ноги.
ужас, места опять нет. Пещера ужасов. А тут это как раз пляжный волейбол. Пляж, море. Я тут